На 30% увеличилось производство дизельного топлива в Казахстане за последние 5 лет. Об этом сообщил экс-министр энергетики Булат Акчулаков. В прошлом году нефтеперерабатывающие заводы изготовили более 5 миллионов тонн. Несмотря на это, нехватка горючего ощущалась в некоторых регионах страны. По словам чиновника, перекрывать его пришлось дорогим импортом, в то время как из-за вывоза отечественного топлива в соседние страны казна теряет до 150 миллионов в год. Порядка 140-150 миллионов долларов. Год. Это ущерб, который мог бы вернуться, в принципе, на те же нефтеперерабатывающие заводы, к примеру, и на те же нефтяные промыслы в виде дополнительных денег, которые мы просто теряем сегодня.